Впервые за последние годы наша губерния принимала столь представительные соревнования. Особое внимание к нынешним стартам в том, что именно в Сокольих горах начинается олимпийская лыжня в Сочи 2014. В Самару съехались будущие кандидаты в олимпийцы, которые через 6 лет станут главными претендентами на медали. 28 участниц вышли на старт 30-километровой дистанции у юниорок. Самарскую область представляли две лыжницы – перворазрядница Ирина Петрова и кандидат в мастера спорта Дарья Казачук. Но не они задавали темп на марафонской дистанции. Гонщицам предстояло преодолеть 6 кругов по 5 километров по весенней лыжне. Но организаторы блестяще справились со сложной задачей. Сделали все, чтобы гонщики не испытывали дискомфорта. Лидеры держались плотной группой почти до самого финиша, а на последнем километре вперед вырвалась Ирина Трусова из Пермской области, которая стала победительницей, затратив на 30 километров всего 1 час 34 минуты и 9 секунд. По последнем километре буквально там все начали кричать, и все, у меня откуда-то взяли силы, и все, полетело. Это твоя первая крупная победа? Да, первый раз я стала чемпионкой России. А что дальше? Дальше мы едем в Сыктывкар, потом в Мурманск. Ну, в принципе, будем до апреля месяца еще бегать, до середины. А как трассы здесь у нас? Ну, вы знаете, на просмотре показалось легко, но к последнему кругу уже все кажется тяжело. В принципе, отлично, мне понравилось очень. Хозяйки соревнований Дарья Казачук финишировала 19-й, Ирина Петрова 21-й. Завтра на старт выйдут юниоры в марафонской гонке на 50 километров. Будем надеяться на завтрашний старт, завтра продолжение соревнований, марафонская гонка у юниоров. И у нас стартует классист, как мы говорим, то есть имеет склонность к классическим ходам, Артемий Пономаренко из Сызрани. Будем надеяться на его успех.